Всем привет! Сегодня у нас распаковка. Это посылки Shein. Как можете увидеть, здесь их достаточно мало. Но, anyways, что есть, то и снимаю. Открываем. Первое, что у нас здесь. Первое и самое большое. Это получается кофта из Daisy. Daisy, это как мы все знаем, это бренд. И это получается зип-худи. Давайте распаковывать. Вот так она выглядит. Она темно-синего цвета. Сейчас померю и покажу. Вот так она выглядит. Просто обычная классическая зипка. Итак, переходим к следующему. Там осталось только то, что на дне. Там всего лишь там пару вещичек. Во-первых, на глаза попадаются вот такие штучки. Это специальные салфетки, чтобы очки не потели, по-моему. А, чтобы они не отражались. Это заказывала моя сестра, поэтому отложим. Следующее, это вот такое вот украшение. Тоже не мне, сестре. Я вам открою и покажу это. Это получается вот такое ожерелье. Цепочка. Следующее. Это карандаш или подводка. Сейчас я открою и покажу. Как я и думала, это подводка от Judy Doll. Коричневая. Вот тут я сделала сводчи. Открываем следующее. Короче, как оказалось, она купила две. Нечаянно. И последнее. Это помада. Это помада от Rament. Вау. Пахнет вкусно. Помада прикольная. А так, на этом все. Всем пока.